С 8 до 11 часов на стадионе «Спартак» все желающие смогут выполнить нормативы ГТО. В 10 часов на Театральной площади пройдут краевые массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». А в 10:30 на улице Горького начнутся соревнования по дартс и шахматам. В это же время и до 14 часов на площади можно будет попробовать свои силы во функциональном многоборье в рамках фестиваля современных видов спорта «Продвижение». А с 12 часов жители и гости города смогут выполнить нормативы ГТО по плаванию. Желающие ждут в спортшколе «Виктория». Спортивные мероприятия на главной площади курорта продлятся до 20 часов.